Ну, мы, ребята, Лига испытаний, продолжаем быть боссом в Hills of Skill. И сейчас мы можем, ребята, выиграть реально сундук. Запустить заново стоит 5 алмазиков. Ну, хорошо, у нас алмазов еще куча. Надеюсь, нам хватит алмазов, чтобы завершить всю эту игру. Волны эти все. Лигу испытаний. Ладно, едем. Сейчас должны малыши подъехать. Маленькие танки. Вот они едут. Но они самые легкие. Первая волна, она самая легкая, ребята. Вторая тоже, в принципе, несложная. А вот третья, четвертая. Четвертая вообще практически непобедимая. Не могу я что-то четвертую волну пройти. Все тут. Так, подожди, ждем вторую волну. О! Едут уже чуть-чуть покрупнее танки. Но их с двух ударов мы уничтожим. О, видишь, как хорошо. Они даже подъехать не успевают. Я их даже не вижу. Уничтожили. Так, можно чуть-чуть дальше проехать. Фениксы, ребята. Пошли фениксы. Надо держаться подальше от их огнемета. От их огня. Вот здесь вот удобно стоять. Здесь они не могут попасть в меня. Пролетает мимо огонь. Но видишь, они поближе стараются подъехать. Поэтому... О, они еще переворачивать меня стали. На! Есть. Так, хорошо у меня дуло вверх-вниз поворачивается. О, титаны пошли. Титанчики. Возможно, я вас пройду. Ой-ой-ой-ой-ой, поднимает меня все тут. Смотри, что делает. Что делает, а? На, получай удар. Сколько же вас много-то, а? Тихо. Мне нужно хотя бы вторую волну пройти, ребята. Ну как так? Есть. Пошла теперь третья волна. А теперь главное мне третью волну продержаться. О-о-о, нехорошие танки. Ладно. Хотя бы немножко что-то поменяли, какие-нибудь других поставили. Что они меня постоянно уничтожают, к сожалению. Тут ничего не поделаешь. Если отъедешь назад, то все. Ты будешь уничтожен. Все, сейчас последние удары, и я погибну. Погиб. Да. Защищено две волны написано. Ё-моё, как мало. Так, а что у нас здесь получается? Я не прошел, что ли, здесь? Вот эту девятую. Получается. Первую я прошел, вторую прошел, третью. Давайте еще раз попробуем. Давайте попробуем еще раз сыграть. Только на этот раз я куда-нибудь отъеду в другое место. Так, первая волна врагов. Самая легкая. Ждем. Стреляем. Нет, никого еще пока, ладно. Нет, все, поехали. Поехали, ребятушки. Раз, два, три. 4. 5. Посчитаем, сколько танков вообще. 6. 6 танков, да, было? Да, было 6 танков, ребята. Ага, это что? 6, 7, 8, 9. 9 танков. Пока 9. О, 10. 10 танков. 11? Да сколько там у вас? 12 танков. В одной волне, ребята, 12 танков. Вообще нормально? Это очень много. Ладно, здесь сейчас постоим. Ну, хотя бы будем знать, сколько танков в одной волне. Раз. Так, первый танк. О, смотри, как он тяжело убивается. Ну, раз танк.
Второй. Твоё-моё. Третий танк. Четвёртый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте дуло ниже сделаем. Пятый танк, шестой. Еще шесть танков. Еще шесть танков. Это много, шесть танков. Ждем, ждем, ждем. Когда эти... А, все, фениксы едут. Это едут фениксы. А, нифига, это уже титаны подъезжают. Ладно. Титаны так титаны. После титанов будет там жара. Надо куда-нибудь спрятаться. Тут-то, в том-то и дело-то, что спрятаться-то некуда. Холмов нету нормальных. Так, все, третья волна. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может быть, смотри. Получается... Ой-о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 й. Давайте отъезжать. Я примерно придумал, куда можно спрятаться. Вот здесь вот. Если проканает, конечно. Если получится так, конечно, спрятаться. Но вроде бы неплохо. Вроде бы получается. Но я не знаю, конечно. Выдержали эту волну. Но если так оно все будет продолжаться, то мы, ребята, пройдем ее. Нормально таки. Да, последний танк. Все. Прошли мы волну. Понятно, какая тактика должна быть. Где надо нам прятаться, ребята? Ох-ох-ох-ох-ох. А чё ж я раньше так не придумал-то, а? Так, с пулеметчиками что делаем? Как с пулеметчиками-то играть? Так, держи, держи, держи. Может тоже где-нибудь здесь спрятаться? Нет, нифига. Стреляет просто в путь. Если небольшим отъездом стрелять. Да ё-моё, смотри, а, что творят? Что творят, смотри, ребята, а? Вот здесь, если встать. Сейчас попробуем. В этой ямке. Вот здесь неплохо, смотри, они стреляют прям мимо меня. Так получается. А-а-а, видишь, смотри, что делают. Они близко подходят. Они близко подошли слишком. Ё-моё, не успел, не успел мы, конечно. Конечно, мы, ребята, проиграли. Угу. Так, двое против двух. Давайте выберем. Я хочу взять нашего Феникса. Попробовать с Фениксом. А, у них, видишь, маленькие танки. Хорошо, у нас там будет... О, этот, лазерный. Хорошо, едем. Так, я здесь попробую. Ой-ой-ой-ой-ой, нате огня вам, не надо огонька. Сейчас я их поджарю. На, держи огня. Так, а нет, не уничтожили пока. Ладно, сейчас они будут подходить, а я их буду огнем фигачить. Так, сейчас он подъедет. Поближе. О, так, нет. Так, я же своего не могу уничтожить. Нет, конечно. А то я подумал, вдруг я своего могу уничтожить. Давайте подлечимся сразу. И еще огонька. Победа. Майор, смотри, нифига, майорчик мне дали. Продвижение. И давайте один на один. Я возьму Феникса. Абрах какой-то. Так, Дуда Плей будет против Абраха. Какой-то Абрах. Так, тихо стоим. Так, ладно. Давай подъедь. На огня тебе побольше. Ё-моё, смотри. Ладно, сейчас подлечимся. Опа! Сейчас он будет так вот прыгать. А мы его будем щелкать огнем. Ну, ёлки-палки, прям нехорошо, нехорошо. На, держи. Как же его щелкнуть, я не знаю. А ну-ка, там, в принципе, далеко не уедешь, да? Угу. На, огня. Огня тебе побольше. Ох ты, уничтожил. Да ёлки-палки. Тогда я, знаешь, возьму титан.
Титана возьму. Против Титана никто ничего не сможет сделать. Особенно вот такой маленький. Малышопчик. Так, давайте подъедем немножко. Так, и будем стрелять. Вдруг попадем. Нет, еще пока... Опа, попали. Попали мы в него. Опа, и уничтожили. Да, против Титана, ребята, нет приема. Берем Титанчик. И с Титаном мы сейчас, ребята. Так, Феникс у них, да? А, у меня тоже Феникс, смотри. Ух ты, со мной играет Феникс. Мы только что... Я против него только что играл. Ладно. Тихо. Опа, есть удар один. Так, еще один ударчик. Есть. Подлечиться. Ой-о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 й. Прямо в меня. Ладно, подождем здесь. Может, я в него так попаду? Таким способом. Нет, нифига. Все, молодец. А, молодец, дружище.